Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 21 ноября. И весь православный мир празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов, которые пребывают подле Господа нашего на небесах обетованных. Они, архангелы, те, кто приносят благую весть о великом и преславном. В тяжелые времена для верующего они открывают тайны веры, а тем, кто запутался, приносят разумение воли Господа. Над всеми архангелами самим Создателем поставлен архистратиг Михаил. Михаил обладает такой силой, что может на путь истинный вернуть даже заблудшие души братьев своих архангелов. Вот однажды один из наиболее приближенных к Богу ангелов, Люцифер, ужасно возгордился собой и удалился от Бога настолько, что стал источником зла. Сладкими речами он завлекал с собой и остальных ангелов, говоря: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Среди всех архангел Михаил был первым, кто призвал поддавшихся образумиться и не увлекаться пагубным примером и противостоять дьяволу. Он со своим войском одержал победу в битве против Люцифера и его бесов, падших ангелов, которые были низвержены в ад, в глубины преисподней. Архангел Гавриил, Божий вестник важнейших ветхозаветных и новозаветных событий, а посему особенно близок к Богу. Часто на иконах изображается с райской ветвью, которую по преданию он принес Деве Марии в день Благовещения. Архангел Уриил – огонь или свет Божий, просветитель потемненных и невежд, просветитель душевных и телесных чувств, наставник заблудших, возбудитель на молитву. Есть и такой ангел, кто беспрестанно молится Господу о людях. Это Селафиил. За 1000 душ он попросил спасения у Бога, который слышал все мольбы. Остальные ангелы – Иегудиил, Варахеил и Иеремиил – не умаляли своих заслуг. Ведь и они наставляли человека на путь истинный и укрепляли души в веру Господню. Так давайте все в своих молитвах поблагодарим собор архистратига Михаила и прочих небесных сил. Дорогие друзья, не забудьте сегодня посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!